Так, друзья, начинается дождь. Давайте успеем снять еще одно небольшое кино. Здесь на одном дереве у меня сразу две темы. Первое. Яблоко. Сейчас я поближе сделаю. Сейчас они грамм 400. Так. Вон еще. Сейчас отсюда снять, чтобы видно было. Это последнее. Причем забрались высоко. Вот. Но, как говорится, жертвы ради науки. Они должны сами упасть. И вот это небольшие яблочки. Это тоже вторая тема. Смотрите. Висят на кончиках веток. А вот эти ветки страшной злобой приказано уничтожить. Вот. Причем я этой логики никогда не знал и не знаю сейчас. Вот видите, чуть смотрит вниз, уничтожить. Вертикально уничтожить. Вот. Растут внутрь, уничтожить. Вот, все уничтожить. А они часто, и у меня таких примеров много, сейчас, правда, уже поздновато. А, во-во-во, ё-моё, это у меня еще один сорт. Ах, она нанизалась, что ли, нанизалась, ага. Видите, красота какая. Вот, у меня эти два сорта, они мне душу всю вынули. Почему? Потому что я не знаю, что это за сорт. Раз, вот это, ну, оно переспело. Его вовремя не заметили. Ну-ка показать еще на дереве. Наверное, еще висит. Вот. А, вот. Вот она, видите, красота какая. Висит. Ну и висит себе, висит. Пусть себе висит еще. Ну-ка еще может есть. А я хоть, я норовлю показать такие, которые попадают под обрезку. То есть, если со всей злобой относиться к дереву, якобы они неправильные, их тогда надо. Причем, знаете, когда на молодом дереве, причем схемы есть, отрезают все ветки плодовые, все до единой. Вот, я смотрю, дурею, хватаюсь за сердце, думаю, вот с глузду съехал и по новой, вы что там, совсем охерели. Я, это касается русских, украинцев, казахстанцев, белорусов и прибалтов, все режут. Вот, ни у кого нет таких штамбов, почему? Потому что, а их надо было ветки отрезать все. Вот. Где-то, если отрезать по их меркам, то тут должно быть отрезано, ну, примерно чуть ли не до моей груди. Ну, ладно. Это я уже который раз говорю. Теперь так. Итак, значит, руки прочь. Вот. Очень часто я показывал таких примеров, несколько сотен фотографий. Уже на кончиках ветках идет плодоношение. Вот. И просто кому-то надо было статью написать, якобы умную. Ну, а теперь внимание. Пробую стрясти и показать, что это такое. Сейчас. Ой, вот это бы упало. Не упало другое. А, эта мелочь нас не интересует. Удивлять так удивлять. Удивлять так удивлять. Ну, как до тебя добраться? О, знаете что, ко мне при... О, все-таки упало само. Вот оно. Ну, здесь немного, граммов 350-400. Вот она. Итак, условное название. На бирке было написано Golden Delicious. Оказалось, не Golden, ну ладно. Я не обиделся, назвал Golden Железово. Временно. Можно сказать так, Golden Клон Железово. Golden у Железово, от Железово. Все это не скромно. Просто как бы я этим пытаюсь, как сказать... Этим пытаюсь... Это, кстати, не крупное, еще яблоко. Бывает до 600 грамм. А вот я пытаюсь как бы привязать конкретное место. Сишушинский район. Видите, откуда упал? Вон там еще парочка таких же. Вон они. А ко мне должен приехать через 2 дня на 3-й Савинич, ученый-аспирант, моя духовная дочка и моя ученица.
И примерно в это время должен приехать Дускобелу, только что он полот в гости. Я их должен еще угощать. Что я делаю? Ну-ка, яблоко от яблони недалеко падает. Пусть лежит. Вот. Этот маленький шизет для чего? Для того, чтобы сказать, что сад полон тайн. Полон тайн. Вот же, говорю, упало вот это вот. Что упало? Помогите разобраться. Можете так небольшой фильм назвать. Помогите разобраться вот с этим. Помогите разобраться вот с этим. Вот. Вот. Я уже думал, может быть, оба были с одной черенка привиты. Но один больше на Атонуку похож. Другой больше на Голдена. Я теперь растерялся. А тот, кто, так как вы видели, видите вот эти два сорта. Еще раз. Вот этот. Вот. И вот этот. Помогите. Может быть, дойдет и до настоящих специалистов. Наш круг – это круг любителей. Мы хакасы, что видим, о том поем. Вот. Многое скрыто от нас. Вот так. Набираешь интернет. Мелба, все яблоки разные. Груша, любая сорт. Все, там сотни фотографий, все разные. Все запутано, ничего не понятно. Непонятно, что и как. Ну, а чистую Антоновку я вам сейчас покажу. Потому что она-то должна быть не разукрашена. Ну, давайте посмотрим. Ну, о, видите, вот она. О, вот. Вот она. О, упала. Ну, ничего, пусть лежит, дождется или Дускобилова, как специалиста, или Савинич, или Елена Санна, аспирантка. Посмотрим. Вот, посмотрим. Значит, на этом я закончу этот маленький фильм. До свидания, друзья. Вот. А это что? Тут же спросят, откуда у вас песик? Ну откуда? От верблюда. Это тема другая.